Активисты Щелковского отделения партии «Единая Россия» в день государственного флага Российской Федерации провели автопробег в Щелкове. В автопробеге приняли участие депутаты Совета депутатов городского округа. Сегодня здесь мы собрались с ребятами «Молодая гвардия» и с группой жителей инициативных, которые с самого начала поддерживают президента нашего, поддерживают наших ребят, которые занимаются сбором гуманитарной помощи, которые сегодня хотят вместе с нами проехать по городскому округу с самым символом нашей страны, с нашим флагом, так как сегодня день флага. В акции приняли участие и представители регионального отделения общественного движения волонтеров «Неравнодушные добровольцы России». Флаг триколор – это прежде всего для нас мощь и сила нашей страны, это объединение. Флаг российский, так как у нас волонтерская организация, конечно же, мы занимаемся помощью ребятам и мирному населению присоединенных республик. И поэтому флаг России у нас объединяет. Триколор впервые появился в России около 350 лет назад. Белый, синий и красный – важные цвета в российской геральдической традиции. Считается, что автором флага стал царь Петр I. В прошлом веке возвращение триколора произошло 22 августа 1991 года, а в 1994 году этот день стал государственным праздником. Колонна автомобилей с флагами России в Щелкове проследовала по центральной магистрали города, доехала до Гребнева, а затем на обратном пути останавливалась возле мемориала воинской славы на Гребенской горе. Yeah.